Пятница, ночь, Малгобек. Рейд по выявлению водителей в нетрезвом состоянии. Казалось бы, Ингушетия – регион, где пьяных не может быть априори. Тем более за рулем. Но на самом деле картина весьма удручающая. Нередко среди общего потока машин стражи порядка вылавливают автолюбителей в сильном алкогольном опьянении. По всем направлениям проводят сегодня рейдовые мероприятия. На сегодняшний день в ходе данного рейдового мероприятия нами было выявлено 4 факта управления транспортным состоянием алкогольного опьянения. Подобные рейды в Ингушетии в последнее время проводятся регулярно. Из-за видным постоянством в СИЗО пополняются новыми, а иногда и старыми лицами. Последнее особенно сильно огорчает как организаторов рейда, так и простых жителей. Осознавать, что многие нетрезвые водители, попавшись в один раз, не делают надлежащих выводов, очень прискорбно. Очень правильно, надо работать, надо их, с них ответственность брать, чтобы меньше за рулем пили, чтобы было порядок. Надо делать такое. Обязательно. Это нормальное явление. Пьянство, оно давно из моды вышло. Да. Мешают, конечно. Сильно мешают. Они не то, что неадекватные, они детей сбивают, стариков сбивают. Значит, Этот водитель трезв, однако ремень безопасности пристегнуть забыл, как и его пассажиры. Подобные нарушения также недопустимы и караются штрафом. Опоздание в больницу – не повод для игнорирования правил перевозки пассажиров, напоминает сотрудники ГАИ. Место проведения рейда выбрано не спонтанно. Именно здесь, на перекрестке, наиболее высокий транспортный поток. Освещение хорошее, поэтому и заметить в толпе тех, у кого помутненный взгляд от алкоголя, не так уж и сложно. Статья 51 Конституции Российской Федерации. Вы вправе не свидетельствовать самого себя, своих близких вас. Вам все ясно? Всего за пару часов остановлены и отправлены в СИЗО несколько водителей. Такие рейды, несмотря на возмущение нарушителей, будут продолжаться. В войне с печальной статистикой ДТП на дорогах это направление одно из приоритетных. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24.